и герой. Вырубай этот ролик нафиг, потому что он испортит твою психику. Всем здравствуйте, вы на канале Кузямба, и мы играем в Control. Если тебе понравится это видео, подписывайся, не забывай про комментарий, и всем приятного просмотра. Ох, как я. Но целый день, получается, я не стримил. Да, ну как стримил? Ну это, получается, запись-то идет все-таки. Но мы-то знаем, что ты всегда смотришь меня. Вот. Короче, чё? Сейчас у нас там бой должен быть между чьей-то губой. Ха-ха-ха, шутка. Так. У меня новый трейлер вышел. Я тут старался сделать трейлер. Так, нет, давайте мы, короче... Телепортируемся, что-то нам долго бежать, это все быстрое перемещение из центр. Блять, один центр. А где у нас защитный ритуальный отдел? Лаборатория синхрон. Отдел удачи и вероятности. Отдел психологии. Блин, помню, Дима. Каком-то астральное изменение, отдел парапсихологии. Стоп. Защита и науки. Вот. Нам надо вот сюда ритуальный это. Все, я вспомнил. Точно. Там есть такой лабиринтик. Мы его еще не открыли. Там, потому что взлететь надо. Потом я там перепугался в одной из серий. Ну вот, да уж, конечно. Как у меня день прошел? Ну как, вчера я работал, вот, толком ничего не делал, вот только вот выпустил, короче, маленький трейлер к серии. Попробую еще что-нибудь в таком духе снимать, чтобы было прикольно, можно было смотреть там. Потом, конечно, ты будешь смотреть. Вот, может, ты будешь смотреть там серии. Так. А, вот. Вот она. Так, так. Давай грузись. Блин, все-таки у меня ярко, очень ярко дома. Да. Стоп. Блин. Вот сюда, так, ну. Да. Посмотрим, давай. Ага, да. Так, о, есть контакт. Полежим. Давай, сейчас мы тебе. О, все, наш, где? Ох ты, нифига. Где? Эх ты, нифига. А ты откуда взялся-то? Ёбаный жора. Тихо. Сейчас захватим. Есть. Пошли все. О, блин, я забыл про уворачиваться. Где никого? Твоего же зашибись. Так. Вот так вот.
Полейте нахуй. Так, стоп, еще что ли где-то музыка? А, вот еще, да? Все, делов-то. Ого, вот это да. Так, сейчас мы там. Ну. Так, а можно тут ходить? Да, мы можем здесь ходить. Классно. Так, ну у нас эти... Так, он все-таки... Так. Так. Ага. Так, мы там что-то... Disappearing ducks. Исчезнул. Great. Отлично. В смысле, блядь? Пись. Утка. А, вот она. Нет, не сюда. И куда? Так, ну как-то надо идти. Где она? Есть. О. Finally, no more quacking. Хватит крякать. Что? Что что ли? Вот ради, ну, она быстрее, пока она типа крякает. Так. Ой, не туда. Туда. У нас там чуть-чуть осталось. Помочь надо. Защита персонала. Так, иди вот сюда. Окей. Так. Быстрое перемещение, да. А мы быстро, короче, надо спасти их. Это да. Ой, так. Какую-то утку получили. Так, что она нам дает? Ни хрена с этим. Что мы сделали? Мы ее подняли или что? Что мы теперь знаем?
некоторые эти вот эти штуки, которые через черный можно, они для, ну, от левела. То есть у тебя, когда ты получаешь новый уровень, ты можешь по этим штукам ходить. Да. Блин. А все, что это. А чё она у меня здесь? Тихо. Я бежим по персоналу. Чё за... Проиграли? Кажись, да. Так, если я делаю... Так. Что нам обратно? Ёж. Ну да. Нам что, да. Мы только тратим время на телепортации всякие. И... Лабиринт пепель. Да, вот с этим лабиринтом я вообще помучился, короче. Тут раз бегали, что-то кругами. Но это дебилизм какой-то был, поэтому я, ну... Стал дальше. И делал. Вообще кошмар какой-то был. Я долго бегал, как дебил, по кругу, а потом оказалось, что это рано туда идти. Надо сначала было пройти там то-то, то-то. И потом ты получаешь, короче, кассету для того, чтобы как раз выполнить эту миссию. Но это никто ведь об этом не знал, блин. Пока я не набегался, и мне не сказали, блин, не. Конечно, спойлеры это классно, но не всегда они приносят пользу. Ну, как вот сейчас, допустим, я бегал, и если бы... Так, перемещать его вовремя. О, офигеть, музон лупасит. Ну чё, погнали, сучки. Будем лупасить их. Так, давай. Так, есть контакт, давай. Так. Тихо. Чё, всё, что ли? Вот это мясо тут где? Давай. Это вообще обожаю эту музыку. Это где-то? Призраки. Ой, как он. Еще, еще. О, блин. Музон офигенный. Главное, чтобы потом у меня этих проблем не было.
Ютубом. Ну блин, это вот просто эпик, давай. Ой, ой. Блин, помуха, как красиво все-таки. Да, по такому зону это просто вообще шик. Огонь. Ага. Блять. Нет, хренушки, хренус два. Ну хрен, давай. Все вперед, долго. Ох, блин, гоблины. Капец вас так. Ну. Ох, ёшки-кошки. Черт, 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 не дождете. Сначала, блядь. Так, где эта штука? Ах ты, сука! Блять! Простите, ну это вообще какой-то кошмар лютый. Ну их. Ладно, как бы. Нахуя я туда полез? Вопрос. Блин, я даже не думал. Да уж. Ну, серия офигенно. Ну, я не знаю, ну, вот я. Мне кажется, мурашки по коже должны быть от этой серии. Да, конечно, мы там побегали, какой-то хренью позанимались вначале, но потом началось просто как в любых сериях, там прям. Вот так вот. Ой, ну мы с тобой, ну да. Мы знаем, что Control офигенная. Да, конечно, немножко она надоедает некоторыми моментами, там вообще как-то, ну. Очень сложновато, скучновато, но бывает, бывает у нее моменты, когда прямо, уф. Так, что у нас тут должно быть, так, это с какого момента, блядь, не говорите, что с самого начала, офигеть. Ну ладно, погнали. Так, офигеть, а чё у нас? Ага. Давай, пошли. Ты чё, блядь, попутал нахуй? Я тебе сейчас покажу, где Пустина мать. Есть. Прости.
Где мы здесь и сдохли? Ох ты, блядь! Ты чё нахуй? Хрен. Давай, где это? Давай. Control. Контакт. Ох, ну капец, вас много-то. Так, есть контакт, где-то. Да. Надо тебя тоже завалить. Тех валим. Да вот чё, блядь, попутали. Давай. Чёрт, где он? Control. Где он? Всё, есть контакт. Сейчас мы вас всех туда побороботим. Так, есть. О. Так, и куда? Офигеть, ну да, тут. Ух ты, блядь! Куда? Так, может, это чушки нам помогут? Да, не помогло. Нет. Так. Ах ты, блядь. Блядь, вот эти, которые бомбы самонаводящиеся действия, которые на тебя летят такие, а если ты убьешь, они тоже взорвутся. Блядь, меня не бесит, очень бесит. Ну тут надо, правда, не знаю, что надо делать, блин. Ну, я понял, что ты прыгаешь, эти все вылазят, короче, и потом ты наверх должен попасть.
Ну там еще этот телекинезом, который обладает, тоже там же, он бесит меня. Потому что он еще в защитном куполе, когда в него надо попасть несколько раз, как минимум этот купол сломать, потом в него попасть. Короче, это самые дебильные вот эти... Да. А еще я не понял, где. Ага. Так, это что? Блять, алло, серьезно? Попутал, блять. Где? Где эта тварь? Давай, сейчас туда этих надо всех завалить. Давай. О, блядь. Ну. Давай. Давай. Иди сюда, тварь. Так, сейчас. Оп. Тихо, тихо. Ага, а интересно, там чё? Понятно. Нет, ну сейчас мы посмотрим, короче, сделаем так. Да нет. Она может... По-любому здесь как-то... Мы поднялись на этот уровень. Так, ну тут что, ничего нету. Он должен быть.
Больше никак. Черт. Я хочу туда. Ну ладно. Тебе не судьба. Давай, где ты там, тварь? Блять, ну чё за... Давай. Ну вот так вот сейчас мы тебя захватим. И у нас ни одной хп нету. Капец, как мы будем выживать? Мы все? Мы выполнили этот лабиринт. Конечно, второго раза, но все-таки это было великолепно. Я с тобой согласен. Директор. Экспедиция в Дипостанция 36. С чем вернулся Дарлинг? Изменил все. Отдел пространственных исследований. Так, сейчас. Yeah, you want me here. Finding the projector was how this all began. What started in ordinary ends here. You, me, Dylan. We've all come full circle. Ну вот. Думаю, на этом серию надо заканчивать. Если тебе понравилось это видео, подписывайся, не забывай про комментарии, про лайки и всем приятного дня. Пока.